Всем привет, друзья! Я вам говорила, что мне подписчики написали, чтобы капусту обработать от всех вредителей, есть специальный вот такой препарат Батрайдер. Вот сейчас приехала дочка и привезла мне этот препарат. От всех вредителей 32 вида насекомых. Новый препарат, не имеющий аналогов. Продается во всех магазинах, в Леруа, в Садовых, в Ленте, в общем, во всех магазинах. Можете даже заказать в Валберес, Озон. То есть ищите, если кому-то нужно. Сейчас я вам расскажу поближе. Я хочу обработать капусту. Написано, мне писали, что тра-ля-ля, нельзя, нельзя, нельзя. Совершенно безвредно, если соблюдать нормы. Нормы здесь прописаны. Сколько срок ожидания? Значит, средство это называется Батрайдер. Средство защиты растений от вредителей сада и огорода. Новейшее средство, не имеет аналогов отечественного производства. От 32 видов насекомых. Кому интересно, все прогуглите. От цветоеда, щитовок, тлей, белянок, листовок, молей, вишневой мухи, трипсов, долгоносиков и другое, другое, другое. Производитель пишет, что это безвредно в рекомендуемых нормах. Я сейчас буду обрабатывать капусту и розы. Розы у меня все с бутонами, а на нее на них напала тля. И там прям муравьи. Короче, вот розам-то можно не срок ожидания, а вот у кого-то мне писали, что там огурцы. Я думаю, что огурцы нельзя им обрабатывать. Хотя тут пишет можно, но если у вас не едите вы огурцы. Мы уже огурцы едим, и поэтому мы их обрабатывать ни от каких паразитов, ни от каких болезней, ни от каких вредителей не можем. Вот, сейчас я вам покажу. У меня аккумуляторный опрыскиватель. Значит, норма получается в этом препарате, вот в этой упаковке, пузыречек, суспензия 10 грамм, на 10 литров 2 грамма. Инструкции есть, но я тут мелко, в общем-то, видно, я все в интернете нашла и прочитала. Сейчас мы разведем в аккумуляторный опрыскиватель 2 грамма шприцом суспензии и обработаем. Ну и эффект я вам расскажу какой. Вот такой малюсенький пузыречек, 10 миллилитров. Вот прям совсем крошечка. Да. Такой вот, ярко, да. Не вижу где. Ярко-розовая жидкость. Прям шприцом ярко, еле ярко. Жидкость такая густая, шприцом еле насосали. Ну, с иголкой не тянется совсем. Да, без иголки вот кое-как. Да, вот 2 миллилитра, но там в конюльке нету, поэтому чуть-чуть капельку сейчас больше. Сейчас подожди, тогда это выключай. Я сейчас отолью отсюда, разведу. Сейчас пойдем розы. Вон червяки висят. Я не буду подходить, а то там так хорошо опрыскивает. Пойдем еще там пионы. Ну, не видно, давай будет видно. Я уже снимаю. Вон туда вода. Давай снимай уже вовсю. Да, на пионах. Что
зануда такая. Как только начинают бутониться пионы, так на них сразу муравьи, кля. И непонятно вообще, какие вредители. Наверное, они очень сладкие. Наверное. Вот тут еще розочка. А вон еще пионы. Да, сейчас. Этим средством обрабатываем первый раз, поэтому не знаем, какой будет эффект. Все расскажем. Ну, надеюсь, не посохнет ничего. Ну вот я поливаю, а муравьи даже не с места, так и сидят. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Очень хорошая штука. Вот такой аккумуляторный опрыскиватель. Уже, наверное, года 3 он у нас. Побольше, наверное. Покупали в Леруа. Вообще за 2,5-2,600 очень дешево. Этот в цветочных магазинах, в семенных магазинах или в интернете его предлагают очень дорого. А вот мы покупили вот такой простой, обычный, в Леруа, совсем задешево. Они бывают разные емкости. И вот пользуемся третий год. Очень хорошо, удобно, быстро. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал на Яндекс.Дзен. Я вас там всех очень жду. И на Рутуб. Все, всем пока.